Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Тристан. Это фиг знает какой сезон, фиг знает какой выпуск, и фиг знает, что это вообще за видео такое, и что это за игра. Ну, конечно же, шуточка, это игра под названием MLCast. Я, конечно, понимаю, что, судя по тому, что явные любители всяких экшенов, прочих всяких игр уже так настолько хотят просто пожелать, чтобы сделали нормальную игру. Но нет. Нет. Почему-то вот желания нет. Не знаю, чего. Вот. Тиккаунт. Подождите, сейчас пройду некоторую активацию. Меня тут просят. Так, ребята, я, короче, вошел. Тут какой-то имя дали. А, какой-то Мозил. Да никакая не Мозил, ребят, так что запомните, я Тристан. Тристан, не просто Тристан, Тристан 16. Вот, подтвердить. Так, стоп, почему-то рост у меня 3,6, 3 метра 6 сантиметров. И это, понятно, это на английский систему мер, окей. Ну что, играем мы, конечно же, онлайн. Так, понятно, нам дают правила. После создания игры вы увидите рядом код рядом с кнопкой начала игры, потом поделить тра-та-та. Это называется частная комната. Окей. Нет, я в частную комнату не хочу играть. Я сразу захожу в публичную. И, естественно, давайте зайдем вот сюда. И знаете, что самое интересное? Ой, выстрелит ее как. Ой-ой-ой-ой. Интересно, мне можно хоть написать что-нибудь написать в чат? Эх, ребят. Вот стоило мне только ее ударить, как только разработчики начали что-то делать. Ну, что можно сказать? Респект таким пацанам. Молодцы. Что называется, взяли, подправили. Нет, зря, походу, я зашел. Кидаем комнату. Заходим обратно сюда. Во, уже как-то более-менее. Так, все, заходим сюда. Все. Хорошо? Е-е-е, все. Отлично. Ну что, ПЖ? Да, блин. Всем привет. Окей. О, я оранжевый. Так, стоп, подождите. Ну, будет хоть начало-то или нет? Я что-то не понимаю. Так, у нас сборочное собрание 4. Да ёкарный бабай, ты когда-нибудь... Привет, Баффи, привет. Привет. Как дела? Го. А что делать? Я в первый раз играю. О, да ладно, Владыка, ты... О, у меня тоже Влад, кстати, зовут. Сколько тут... Ребят, я давно не играл. Вот это старые забытые чувства, когда ты действительно сидишь такой... Ну, кто-нибудь. О, все. Неужели? Ну? Что у нас? Че будет? Но... Берегитесь одного предателя, он среди нас. Слава богу, я хочу так. Блин, ребят, я хочу так по... Это что такое? Не понял. А-а-а. Ёкарный. Нет. Нет, так просто... Так, злоготус. Ёперный. Так, труп у нас обнаружен. Ага. Бета-1. Ну, слушайте... Игра начинает принимать нешуточные обороты. Угу. Кто убил? Кто за стенкой? Так, ну ладно.
Не знаю почему. Но я, наверное, либо против Баффи. А, ну окей, против Баффи проголосую. Не знаю почему и почему я так решил, но просто, ну, захотелось так. О, желтому сейчас кобзда будет. О, все. А, не, нет, нет. Неужели сейчас меня выкинут? Вы серьезно? Но проблема в чем? Я не могу, буду, я потом не могу писать. Я потом уже не буду писать. Все. До свидания, братцы, блин. Теперь все, мне чат недоступен. Спасибо большое. Я не был предателем. Вот козлята, а? Вы посмотрите, а? Берегитесь еще одного предателя. Ну, конечно. А я хоть могу задание выполнять? О. Отлично. Хорошо. Так, ну теперь надо сейчас наблюдать. Так, белый. Что-то там делает. Мне кажется, что неспроста. Так, он задание выполняет. Так, идем, 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 идем. Идем, смотрим дальше, что происходит. Так, я, конечно, надеюсь, что я кого-нибудь да найду. Ага, картошка. Да ёкарный бабай, обнаружен труп. Да уже два трупа, ребят. Все. Меня вот нельзя будет писать. Хотя нет. Так, еще одного убили. Блин, ребят, я невнимательный. Ты же понимаешь то, что... Да, действительно, кто убил? Согласен. Блин, меня... Меня выкинули. Тебя убили. Тебя убили. Мой тезка. Ой. Мы были в админе, задание выполняли. Фиол со мной был. Угу. Не пред. Это ты. Не предатель. Блин, белый, это ты. Блин, я даже не знаю, за кого голосовать. Так, ну белый нашел. Это точно. И мне кажется, либо это был картошка, либо это был белый. Так. Наверное, это белый. А хотя я не могу против... Я не могу уже теперь голосовать, потому что меня убили. Но зато я могу в чате печатать. И хоть что-то уже договорить. Потому что все уже, наверное, ушли. Я хоть один и остался. Читер уже ушел. Белый это. Покойся с миром. Да. Так, что-то у нас белый не гла... ребят, вы серьезно? Вы серьезно? Белого выносить, вы серьезно? Он не импостер. Да ладно, он предатель. Охренеть. Ну не, это победа. Не, заново еще. Ожидание владельца. Блин, ребят, классно, конечно, получилось. Я ни в коем случае не ожидал, что это белый быть предателем. Ну круто. Слился я. Поставь два импостера ПЖ. Действительно, кто бы на... Да. Да, действительно, кто, блин. Одним скучно. Го-го-го-го-го. Лучше три. Лучше три. Импостора. А, поздно. Ах, всегда не успевает проверять. Ну все, ребят, ну что, более-менее сейчас игра наладилась. Сейчас я как-то уже более-менее воодушевлен тем, что... Можно хоть как-то играть. О, отлично. Хорошо, что я не предатель, потому что предателям играть намного сложнее. Так, стоп. Я же... Так, ага, скорость поставили норм. Норм, норм, норм. А. Угу. Так, пойду. Так, Вита. Вита меня преследует. Блин.
100% меня сейчас убьет. 100 пудов. Тебя хрен его знает. У тебя вот этот вот член. Подождите. Владыка мне. Ага, вид что-то за мной бегает все время. Мне кажется, это неспроста. Вот уверен, неспроста. Вот сейчас меня завалят 100 пудов. Я вот уверен, что это Вита. Вот уверен. Потому что если она за мной бегает, значит это неспроста. Потому что... Вот так вот, если бегать... Хотя черный тут... Офигеть. Так. Ага. Отлично. Погнали дальше. Погнали. По два. Ага. Ну-ка. Ага. Хорошо. Толд. Блин, чё все убегают? Я чё-то не пойму никак, а? Все убегают, все куда-то уходят. Гляньте, да? Ну вот морковку меня больше всего смущает. Чё-то стоит зря. Да блин! Обнаружен труп, когда вы уже успели, а? Блин. Уже обнаружили труп, да когда вы же не успели-то? Розовый на глазах убил? Вот Вита поджидала меня и 100% завалить меня хотела. А я тут думал. Что такое, а? Да нет, розовый. Ну? Так. Вита. Не, я за Виту почему-то голосую, потому что, ну, именно она вот как-то подозрительно ко мне подкрадывалась. Темно-розовый. В смысле, ZBC это темно-розовый, да? Что я-то? А то ты-то. Если... Да я или нет? Если не розовый, то серый. Ты Вита, прям над трупом резко. О, это аргумент. Так, владыка прям это все видел. Так, а он даже... А, он же кинул клич 100 пудов. Так, ну что? До конца голосования осталось 20 секунд. Ну? Оранж и пинг. Голосуйте. Уже. Все. Вита, прощай. На тебе. Я же сказал. Вот я думал, что она могла меня убить. Я ведь предполагал, что она меня могла завалить. Ну, как говорится, соображалочка-то работает. Ну что, давайте последний раз в комнатке этой сыграем. Так. Поставьте 2 или 3 импостера. Серьезно, два... О, трое преда... Класс. СПС. Также СПС. Ну что? О, 15. Ну что, все, начало через 3, 2, 1. Погнали. Все. О, родной мой зеленый цвет. Ой, мой любимый, мой родной. Только не предатель, пожалуйста. Иначе все, иначе просто полный пипец. Нет, вот как только я сказал, что все. Так, ну нужно сейчас что-то делать, потому что, во-первых, вином что-то за мной гоняется. Угу. Саботаж, что это значит?
Три трупа? Это что? Это что было? Трупы не найдены. Что это было? А, это что произошло сейчас только что? 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 6 трупов? Что? Офигеть. Я против розового проголосую, не знаю почему. Ультра Амогус. За тебя. За кого? За батю. О! Все не того выкинули. Пш-пш. Прощай, Дамели. Бай-бай! Не была предателем. Ну и правильно. О, не понял, а почему? В смысле два предателя? Ой, Владос, ты спалился. Ты спалился, братёк. Я сейчас, знаете, что сделаю? О, слушайте. По-моему, я могу, в принципе, сейчас каботаж устроить. Слушайте. Так реактор что, не могу сделать? Йоу. Блин, что, нельзя? Йо-йо, тут никак. Так, никак не получается его убить. Опа! Фух! Бегаем, 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 бегаем. Это не я был, это не я. Фух, одного убили. Так, хорошо, пронесло. Все убежали, все это было. Так, ну-ка. Из нас есть? Так, это засранец. Срочное собрание. А. Так, засранец белый. Убит горшок. Угу. Вот, собственно, я его убил, поэтому... Блин, Ярамер убежал. Собака. Так. Это ёперсете. Чё у меня с клавой не так? Не понял. Серый в люк прыгнул. Батя по люкам прыгает. Я против бати буду голосовать, потому что батя в хате, я ВКонтакте. Бой-бой-бой, май-май-май-мады. Так, блин, если сейчас мы проиграем, горшок покидает игру. Он такой подумал, блин, серый прыгал в люк. И чё серый прыгал в люк, а у нас тут два серых в команде. И чё? Кого выбираем-то? Ну чё, кто у нас остался-то? Вита? Плюс я предатель, зараза. Блин, мне придется как-то защищать. Потому что, во-первых, весь фокус будет теперь на мне. И теперь буду думать, кто из нас тут последний предатель, потому что, блин, тут всех обчищают, и нужно как-то занять свой спасать, и думать, как что писать. Ох, ребята, вот сложная задачка выпадает. Вот если после Мафии Онлайн кто-то один голос на меня поставил? Кто-то поставил на меня один голос? И кто же это? А? Бегите еще одного предателя. Угу. Прям сразу, да. Освещение нарушено. Так, а я знаете, что сделаю? 100% он меня поджидает. 100%. А я что, не могу, что ли? Это хипернотеатр, а?
То это не могу, то это могу. Меня облаканули. Сволочь, вы что сделали? Меня облаканули, да ладно? Не, да ладно, вы серьезно? Тьфу, да ладно, что серьезно, я попался? Вот раз, нет, сейчас все. Все. Помянет меня. Зеленый в люк. Какой люк? Какой люк? У нас два зеленых. У нас два зеленых. Кто из них? Кто из них? Нет. Я вообще по люкам не прыгал. Не я был. Это Вита. Эх, не повезло, ребята. Не повезло. Жалко, жалко. Не, ну... Блин, вот кто-то запродуманил хорошо. Поражение. Угу. Нет уж. Я хочу давайте... Знаете, что давайте? А давайте без давайте. Давайте попробуем. Очень легко. Угу. Угу. Так. Пожалуй, никто не зайдет. Давайте попробуем в другую комнатку. И, наверное, последние две карточки. Сейчас поиграем. В публичную комнату сейчас зайдем. Слушайте, сейчас игра, наверное, получше куда стала. Вот. И играть стало как-то еще Макса. О! Ну-ка, четвертый. Холостающий Макса. Ребят, ну, кто-нибудь будет у нас? Нас заблокировали в комнате. Чего? ОКМ пью. А за что меня... А за что меня блоканули-то? Не понял. Это с какого перепугу меня блоканули? За что? Офицер, ну-ка. А с чего это меня блоканули? Я что-то понять не могу. Непонятно вот сейчас было, почему меня блоканули. Так, ладно, давайте попробуем сейчас подождать. Писать научись. Плевать, писать научись. Привет. Хорошо. Итак, 5 из 10. Ну, слушайте, один предатель. Я хочу попробовать. Давайте, знаете, какой возьму? Зеленый. Чё, знаешь, что взять? Блин. Ну, только так тогда. Я не виноват. Все взяли мой зеленый. Привет, привет, ПР. Так, где... О, все, 10-10 человек на месте. Так. Угу. Начало через 3, 2, 1, погнали. А, все. Поехали. Ну что ж, давайте сыграем два раза. И, наверное, уже будем потихонечку заканчивать. Потому что уже все. Время пришло. А, два предателя. Блин. Ну все, хоть я член экипажа, и то это радует. Так. Нет. Пожалуйста, нет. Только не синий. Если ты синий, то это будет вообще пипец. Ну, быстрей. Угу. Вот розовый только. Красный и розовый что-то стоят. Вот я не понимаю, для чего. Так, ага, понятно. А, черный выполнял задание. Опа! А я видел серого. Серый прыгал в люк. И я это видел. Так, я сейчас, наверное, скажу, кто именно.
Я видел, серый прыгал в люк. Трупа не найдено. Ну и хорошо, чё? Какие проблемы-то? Так, кто из серых-то прыгал в люк-то, блин? Мне так кажется, что Black Hill меня обманывает. Козел специально на меня катит бочку. Это специально говорит о том, что явно что-то с ним не так. Так, до конца голосования-то осталось 8 секунд, а голоса-то еще не все отданы так. Блин, паритет. Ай-яй-яй-яй-яй, паритет. Ну ладно. Никого не выбросили, ничья. Так, еще два предателя у нас осталось. Берегите, еще два предателя. Так, среди нас заблокировано. Опа-на. Так, 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 так. Бежим, 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 бежим. Я же сказал, это Black Hill. Это Black Hill. Это Black Hill. Я это знаю. Понял. Меня выкинуло на 6 человек. Ну все, ребят, последняя каточка, и на этом с вами закончим. Ну что ж, рассказывать, чем дальше закончился диалог с Мариной. Да, ее зовут Марина, ей очень мало лет. Она старше меня, она младше меня практически на 10 лет. Вот, ну, в принципе, с другой стороны, если ты находишься в обстановке, связанной с... Я не знаю, как взрослый со взрослым, ученик с учеником и так далее, и так далее. Так, освещение нарушено. Так, все. Нужно в срочном порядке сейчас чинить освещение, потому что я уже понимаю, что сейчас освещение полностью хана. Так. О. Все, что ли, уже, да? О. Так, нас это... Да ёкарный. Так, юникор. Так, блин. Ага. Так, тоже нужно. Хорошо. Так. Ага, тут птица какая-то. Зря тут стоит. У меня пока что она может и грохнуть. Так. Да ёлки-палки, а. Ай, свечение нарушено, все нарушено. Да нет, ему сейчас капец придет, сто пудов. Так, ребят, ну это не смешно. Мне кажется, вот эта черная птица, она не зря за нами тут выглядывает, потому что... Так, нет, Unicorns точно нет, она выполняет задание. Опять освещение нарушено. За что это такое? Так, блин. Фу, напугал меня, уродец. Собака. Смотрите, не так, ну что, освещение нарушено снова. Все обычно через G. Так.
Опа. Не знаю, что со мной сделать сейчас Юникорнс, потому что вроде как. Ну не должен со мной так вот сейчас поступить Юникорн. Опаньки. Вот это сейчас внимание. Ник с ненормативной лексикой. Ага. Т. Отлично, задание выполнено. Замечательно. Так, осталось последнее задание собрать расчетом. И уже следить за импостерами по полной программе. Так, электрощит. Ага. Так, где же у нас тут? Ага. Угу. Так, подача энергии. Ах, козел, меня закрыл, идиот. Говно, открой быстро. Ах ты. Быстро мне открыл. Я не могу выйти. У меня закрыли. Собаки. Ну-ка быстро откройте мне, эй. У меня оружие вообще-то. О. Да ладно. Все. Конечно, обнаружен труп. Ну, второй труп. Третий труп. А кто же был-то тогда? А это уже, впрочем, и не важно. Ну что ж, дорогие друзья, в общем, такая тяжеленькая была игра, очень долгая, но, наверное, все вы также ждали ее. С огромным нетерпением. Ну что ж, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, а также пишите в комментариях обзор на какие бы игры хотели меня увидеть. Всем большое спасибо, будьте здоровы, будьте счастливы, не болейте, всего доброго, увидимся, пока.